Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І зараз ми говоримо про діяльність благодійних фондів «Взаємодія Дніпра» та «Чужих дітей не буває». Сьогодні наша гостя Ксенія Башибулар, представниця фонду «Взаємодія Дніпра» та, власне, другого фонду «Чужих дітей не буває». Також представники цих фондів Антон Сорока та Марія Лінник. Я вас вітаю. Ну що ж, пане Антон, почнемо з вас. Ви відповідаєте, як я розумію, за таку сферу харчування. Розкажіть, будь ласка, як все облаштовано, чи є проблематика? Устроено все таким образом, что нам помогают предприниматели нашего города, потом нам очень сильно помогает Западная Украина, также Европа. Но на сегодняшний день проблема состоит в количестве этой помощи. Нам очень-очень большого количества продуктов реально не хватает, потому что мы постоянно помогаем оккупированным территориям, помогаем Харьковскому направлению и Донецкому направлению полностью, по возможности. Вот. Также мы начали сами делать сухпаи военным. Это в формате тушенка и каша с мясом. Вот. Что еще? Постоянно также необходима вода и... Все. Тобто це таке направлення все ж в місцях, так, містах, де бойові дії, де реально гуманітарна катастрофа. Так, да. Туди ви передаєте військовим сухпаї і, в принципі... І також людям, не тільки воєнним, також людям, які знаходяться там і либо не можуть уїхати, либо не хочуть оттуда уїжджати. Чому зараз складно стало діставати їжу? Ну, во-первых, менше всього стало. Вот. Во-вторых, что очень дорогая логистика, очень дорогая. Вот. Поэтому мы сейчас, вот благодаря предпринимателям нашего города, благодаря рестораторам нашего города, мы стараемся помогать. Розкажіть, будь ласка, детальніше про два фонди, власне, про взаємодію Дніпра та чого дітей не буває, наскільки в них різні направлення? Ми об'єднились, ми совместно помогаємо з одного центру. Вот, помогаем также, вот, фонд «Чужих детей не бывает», они, конечно, активно помогают семьям, мамочкам с детками, это там памперсы, детское питание, средства гигиены. Мы же больше, я же говорю, что это военные и люди, которые находятся в оккупированных территориях. А какие продукты наразі найскладніше дістати, от он, саме в Дніпрі? Очень сложно с мясом, потому что оно, как бы, ну, дорогое, и нам нужны крупы. Вот основное для приготовления сухпаев – это крупа и мясо. Пані Ксені, а ви відповідаєте, я так розумію, за одяг та гігієнічні засоби, вірно? Наскільки є запаси, кому їх відправляєте і чого бракує? Чего бракує найбільше зараз? Чего потребуют люди? Всем добрый день. По запасам у нас большая необходимость в футболках, в нижнем белье это трусы и носки. Это все идет для военных. В этом всегда есть большая нужда, поэтому большая просьба для предпринимателей. Если есть такая возможность нам помогать, то мы бы очень хотели и очень будем рады принять такую помощь в виде футболок, носков и трусов. Это все идет для военных, потому что уже жарко, и это максимально необходимо. Хочу поблагодарить от имени наших фондов бренд «Колосово». Да, большая благодарность за то, что на протяжении уже двух больше, да, чем два месяца, они нас поддерживают, мы вместе закупаем ткани, и бренд «Колосово» шьет для нас футболки. Еще хотели бы всех поблагодарить, кто нам помогает, и остальным людям, имена которых мы не знаем. Вот, поэтому, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, это очень-очень нам нужно. Еще средства личной гигиены, особенно это влажные салфетки. Влажные салфетки тоже, возможно, у кого есть такая возможность предоставить нам в больших количествах влажные салфетки, тоже просим нам помочь в этом. Я правильно розумію? Тобто ви наразі ще шукаєте підприємців, бо наразі все ж йде на спад. Тобто спалах волонтерський, коли всі допомагали, а зараз все ж менше почали.
Так, так, уже меньше. Поэтому мы, да, ищем все возможные способы, чтобы наши запасы пополнялись, потому что это большой конвейер. То есть каждый день у нас очень большие отгрузки, поэтому очень просим мы помощи. Наскільки важко дістати наразі футболки та такі більш літні речі, бо, здається, буквально вчора збирали термобілизну, а вже сьогодні прийшло тепло. Тобто, наскільки це наразі проблематично? Проблематично закупить ткань, потому что для военных мы шьем исключительно в цвете олива футболки. Поэтому как только Анастасия находит нам ткань, Анастасия Колосова, да, поэтому мы ее оплачиваем, также находим на это деньги, нам помогают американцы, помогают европейцы, наши, которые сейчас за границей. В общем, нам нужна и ткань, если у вас есть ткань, мы ее заберем. В общем, нам нужно абсолютно все. Вот так. Очень сложно сейчас доставать, потому что с этим есть большие проблемы. И с логистикой в том числе, потому что ткани раньше были турецкие, сейчас ткань у нас идет, мы покупаем и украинскую, и, в общем, какую можем найти. Яка тільки є, зрозуміло. Да, тільки є. Пані Марія, ви відповідаєте за сферу медицини. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Медицина – это то, что необходимо иметь каждому солдату сейчас при себе, как в первой, второй, третьей линии обороны. Вот. С медикаментами у нас как бы постоянно идет поток, ну, то, что нам передают из Европы, Западной Украины. Это самые главные лекарства, это кровоостанавливающие, гипотензивные средства. Турникеты – это такая дорогостоящая позиция, потому что мы не можем отдавать ребятам некачественный продукт, который отвечает за их жизнь. Тобто, пока справляемся, но тоже, как и во всех сферах, становится тяжело. От щодо турнікетів, я так розумію, що ви їх особисто перевіряєте, тестуєте. Да, у нас было такое, то, что мы в штабе действительно тестировали турникеты, которые нам как образцы присылают. Вот, мы уже научились это делать. Но по качеству прошли единично. Я передавала вот турникеты, которые сейчас мы закупаем, нашим докторам в главную больницу, в операционную. Они сказали: чудесно. Так что можно быть спокойными, и мы теперь передаем ребятам это все с чистой совестью и понимая, что все будет хорошо, если вдруг это пригодится. Чи взаимодействуете вы также с лекарнями Днепра? Да, конечно. Мы сотрудничаем, мы помогаем солдатам не только тем, что мы передаем все необходимое на передовую, но и тем, кто поступает в больницы, в госпитали. Мы также их обеспечиваем новой одеждой, какими-то средствами индивидуальными, гигиены. Ну, лекарства какие-то частично передаем, которые мы в силах собрать, в которых у нас нет необходимости передавать на передовую ребятам. Также сейчас вот я занимаюсь проектом по закупке аппаратов медицинского оборудования, вот, которые я планирую также передавать на больницы. Якщо говорити, наприклад, про аптечки, наскільки важко на сьогодні так зібрати цю аптечку та і взагалі про кількості, які ви виробляєте? Смотрите, ну аптечки есть трех типов, плюс-минус они совпадают по своей номенклатуре, ну там с незначительными отклонениями, но есть такие позиции, которые сейчас найти очень-очень сложно, так как есть дефицит. Это парамедицинские ножницы, это ножницы с изогнутым лезвием, для того, чтобы при необходимости солдат мог на себе разрезать одежду. Обычные ножницы не подходят для этого, когда одежда пропитана кровью. Ну, в общем, есть свои нюансы в этих ножницах. Вот. Сейчас мы собираем эти ножницы активно. Также нам нужны
кровоостанавливающие препараты, которые мы туда кладем. Целакс – это препарат для, для остановки кровотечения. Ну, он есть в гранулах, а есть в специальных бинтах. А остальные плюс там какие-то там средства, там, мази, лекарства. Это все мы обеспечиваем. Тепер наступне питання в мене, мабуть, до всіх трьох по черзі. Наразі, я так розумію, що є складність, всі жаліються за логістику, про те, що ви також сказали. Наразі є проблеми з бензином, і це взагалі дуже дорого, і це заважає. Тому давайте кожному по слову, пане Антоне, вас почнемо. Да, це є велика проблема. От я би хотів обратитися до предпринимателів нашого міста, які вивозять свій бізнес на Західну Україну. Таких достаточно много. И у них в основном все машины едут загруженные на Западную Украину, а оттуда возвращаются пустыми. И вот я бы хотел к ним обратиться, что все равно машины идут уже проплаченные в обе стороны. Чтобы они выходили на нас, у нас иногда бывает возможность с некоторых регионов Западной Украины подгружаться гуманитарной помощью. И мы бы таким образом смогли бесплатно доставлять сюда груз. Поэтому пусть обращаются, и будем очень сильно благодарны. Также хотел бы обратиться к нашим людям, которые находятся в Европе. Вот, к примеру, у меня есть друзья в Голландии, которые уже один раз передали нам целый спринтер, забит инвалидными колясками, костылями. На самом деле, ну, безумно полезная была гуманитарная помощь. Поэтому, если есть возможность в Голландии у кого-то как-то нам помочь, пусть тоже обращаются, я скажу, куда можно передавать эту помощь, потому что они формируют нам еще один груз, и буквально там, я думаю, 2-3 недели они нам его будут передавать опять. Также по поводу логистики, что на Западной Украине намного больше находится гуманитарной помощи, чем у нас. Поэтому тоже просьба, если у кого-то она есть, тоже выходите, мы все отправляем напрямую туда, куда это надо. У нас есть выходы контакты с военными, которые нуждаются в этой помощи, а самое главное тоже, опять же, это люди, которые находятся там. Ну, так, на сходе это реально зараз потребнейшее. Да, да, да. Пані Ксенія, вам слово. Антон уже, в принципе, сказал наш посыл. Еще хотелось бы добавить, чтобы люди, которые сейчас находятся за границей, чтобы они объединялись, искали гуманитарную помощь, возможно, находили волонтерские точки приема этой гуманитарной помощи и отправляли ее непосредственно на наш центр, чтобы мы могли быстрее и качественнее отдавать наши заявки и запросы от военных. Поэтому, пожалуйста, друзья, объединяйтесь и присылайте нам гуманитарную помощь. Мы будем очень благодарны. Пані Марі, наскільки в медицині наразі зараз важлива логістика і потрібен бензин? Точно так же это актуально остается и в направлении медицины. Я вот вчера общалась буквально с нашими коллегами-волонтерами из Тернополя. Они сегодня утром уехали в Европу за гуманитарной помощью. И тоже стоит вопрос о том, что негде брать средства на бензин, на перевоз грузов. Вот, как бы у нас есть возможности собирать грузы в Европе, но мы не понимаем вопрос логистики, каким образом это все попадет к нам сюда, в Днепр. Это даже не Западная Украина, это не Львов, не Тернополь, не Ужгород. Мы находимся намного дальше. То есть Западная Украина может служить нам в этом случае неким буферным складом, либо же это грузы должны идти к нам сюда напрямую в Восточную Украину, так как мы обеспечиваем здесь непосредственно регионы, там Северодонецк, Харьковскую область, вот, где сейчас действительно это очень необходимо. Вот. Якщо от взяти, наприклад, є там величезна вантажівка гуманітарки з Європи, яку можуть доправити до Львова, да, і нам залишається лише забрати зі Львова. Наскільки от дорого наразі наняти таку величезну вантажівку, аби вона поїхала, забрала і перевезла це сюди, а потім ще її направити там, да, в найгарячіші точки, куди це потрібніше. Про які суми йде мова?
Но 20-тонная машина, до дефицита бензина я занималась этим вопросом, это было порядка 10-15 тысяч гривен на волонтерских условиях, это то есть вообще вот люди, что называется, по себестоимости нам привозили эти грузы. Вот, сейчас какая стоимость, я даже не знаю, и есть ли 20-тонные машины, которые, ну, вот, согласятся ехать в рамках того, что действительно есть такая проблема с заправкой автомобилей. Вот. Мені також повідомляли знайомі, що наразі на Західній Україні там з бензином все гірше, ніж у нас. Я правильно розумію? Тобто допомога є, і в принципі гуманітарка є, тільки її треба ще сюди доправляти. Ну і да. А при этом всьому у нас ще не вистачає времени на це все. Тому що нам, помимо того, що нужно це все добувати, нам ще і нужно це формувати здесь і искати машини, які їдуть вот как раз таки в эти гарячі точки. Як багато зараз водіїв у нас вже за вот эти вот там два, почти три місяці, да, у нас уже все як родні. Yeah. То есть все уже знают, куда ехать, кому ехать, кто что везет. Ну вот все, уже есть какие-то вот определенные, я же говорю, там волонтеры, которые готовы ездить, также сами военные. Наостанок, питання знову ж таки до всіх трьох. Чому це робити, заради кого? Ну і трохи такої мотиваційної промови наостанок. Пані Марія, з вас почнемо. Ми це все робимо ради нашого общого будущего в этой стране, щоб ми могли здесь оставаться, строить свой бизнес, работать, развивать свою страну, быть со своей семьей рядом. И никуда не уезжать. У меня как бы за это время желания такого не возникло. Слава богу, у нас регион достаточно спокойный. Мне спокойнее находиться здесь, у себя дома, чем уезжать куда-то. Пане Антон? У меня даже мысли не было куда-то уезжать за все время. Абсолютно нет. Ну, это наш дом. Это наш дом. Это наш долг защищать наш дом. Все. Пане Ксане, где берете силы? Это такой третий вопрос, месяц, знаете, который всегда, не знаю, кто как не мы. Вообще идея волонтерства, она появилась случайно, и оно все так пошло само собой. И каждый день на протяжении, я честно уже не знаю, какой сегодня день, мы каждый день добываем помощь, мы каждый день приезжаем в штаб. То есть мы не понимаем, как можно сейчас иначе. То есть у нас у всех одна цель, мы ею объединены, поэтому мы хотим, чтобы нашим военным было максимально комфортно в тех условиях, порой нечеловеческих, в которых они находятся, и для того, чтобы им и гражданским в зонах временной оккупации и в зонах, где гуманитарная катастрофа, всем было хотя бы немного комфортнее. У нас есть волонтеры, которые ездят, которые, как Антон сказал, действительно нам уже как родные, они уже нам пишут сами, куда они едут, что им необходимо или нужно что-то передать. То есть мы и передавали и адресную помощь, это и медикаменты, и там, корм для животных, в общем, все такое, что максимально было необходимо. Поэтому Вместе мы делаем одно большое дело и не понимаем, как можно поступить иначе. Да? Я можно еще добавлю? Так. Мы один раз, я Ксюшу с собой брал в одно место, я не могу назвать его, где находятся эти военные. Мы когда к ним приехали первый раз, а это уже мужики, вот, мы привезли им помощь, и они задают вопрос, говорят, что мы должны? Я говорю, ничего. Они такие, в смысле ничего? Говорю, мы будем делать все для того, чтобы вы не отвлекались на поиски себе какой-то там, да, еды, воды, просто выполняйте свою работу. А наша, все, вот, наша задача максимально вас обеспечить всем. И они, вот люди, были просто в шоке, в приятном. З такими людьми точно Україна переможе. Я дякую, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях сьогодні були представники фондів взаємодія Дніпра та чужих дітей не буває. Антон Сорока, Ксенія Башибулар та Марія Лінник. Я дякую, що до нас завітали. Говорили, власне, про діяльність цих фондів. З вами телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. Дякую за увагу.